Ну, кто здесь желает в другую клетку пойти? Давайте. Кто первый? Конечно, будет очень неудобно одной рукой. Ну что, давайте. Оп, скоробки. Тихо, 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 тихо. С коротким хвостиком. Она когда маленькая была, ей погрызли хвостик. Так. О, смотри, как хорошо. Ее братья, сестры почему-то ей хвостик отгрызли. Так, знакомиться. Там я уже чашку положила. Пшеницу. Это железка тут лежит. Это белая. Это чашка, прикрученная к ней, чтобы они чашку не таскали по всей клетке. Такая конструкция. Так, сено положила. Вот. Есть одна. Еще. Так, девчонки, на выход. Кто тут у нас? Давайте, кто смелый, подходите. Угу. Нет желающих. Ну что, все равно ж надо. Оп. Давай, давай, давай. Иди. Так, закрою. Так. Вот она. Вот она. Тихо. Так, заходи. Давай, давай, сама, сама, давай. Ну. Вот она. Вот еще одна сестра прибыла. А ты уже как хозяйка, да, стала? Давай, иди. Не надо мне здесь. Так, обязательно надо все посмотреть. И еще одну. Ну что, идите сюда. Кто хочет. Так вроде бы все не против. Вот я им вчера, нет, сегодня утром ветки ложила. Вот они ее так все погрызли. Там еще остались ветки. Такая вот подстилка им вышла. Так, кого я тут из вас буду ловить? Тебя. Тихо. Ой, 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 ой. Спокойствие. Только спокойствие. Сейчас я закрою. Ой, вот так. Пошли на новое место жительства. Сейчас открою. Заходи. Давай, давай, сама, сама. Хвостик убирай. Вот, теперь они здесь будут жить втроем. Надо все, конечно, обследовать. А как же? Обнюхать, что здесь, как здесь. Ну и все. Я думала, будет сложнее и телефон в руке держать, и ловить. Короткий хвостик внутри. А ты что, моя красота? Что ты тут делаешь? Что-то делает. Ходит, меня морально поддерживает, да, бусинка? Ой, кошка, кошка. Кошка с лукошка. Все, ладно. Так, ну что? Здесь у меня 4 осталось. Грызут до сих пор ветки. Буду их кормить. Водопой здесь ихний. Ну, как всегда, сено, люцерна,
вода, пшеница, замоченная холодной водой.